В Югорске 2, самом дальнем микрорайоне города, для юных жителей установили целый детский комплекс. Новая горка с игровыми элементами в форме пожарной машины, песочница, карусель и большие современные качели. Все это появилось здесь по наказам избирателей. Благодаря депутатскому фонду в размере 500 тысяч рублей площадку удалось практически полностью обновить. Ребята уже с удовольствием проводят здесь время. Здесь была качель. Нам было хорошо качаться, да? Угу. Ну, пришел какой-то мальчик, поломал качели. Богдан думал, что их починят. Мы думали с друзьями, но оказывается нет. Мы построили новые качели. Это хорошо, потому что это качели для взрослых. Но мы взрослые, ему 7, мне 6. Мне нравится, потому что здесь все изменилось. Но сейчас все переменят, вот эту вот, как там, крышу, вот этот вот турник и вот эту вот горку. Ага. И еще, походу, карусель. Но все старое убрали. Сейчас специалисты завершают установку всех элементов, чтобы детский досуг здесь был полностью безопасным. Все приобретенные комплексы соответствуют ГОСТу. Подвесы качели установят в последнюю очередь, чтобы забетонированные конструкции стали прочными. В прошлом году выполнялись тоже так, элементы детских городков, устанавливали непосредственно возле магазина «Магнит», там на детской площадке. Сейчас между на детской площадке непосредственно возле жилых домов. Значит, установлена одна песочница, также две качели, одна от 3 до 6 лет, вторая от 7 до 13 лет. И непосредственно элемент детского городка в виде горки. Это уже для детей от 3 до 6 лет тоже соответственно. Работы практически выполнены все. В самом городе 17 детских городков также обновились. На это было потрачено около 1 миллиона рублей. Где-то появились качели, где-то песочницы, карусели и качалки в дополнение к уже имеющимся детским развлечениям. В этом году на детские площадки были установлены новые игровые элементы, запланированные еще в 2020 году. Из-за пандемии сроки поставки в этом году немного сдвинулись, поэтому установили, можно сказать, в конце сезона. Заменили карусели, качели-балансиры, качели-песочницы. Были поставлены новые уже качели на цепях, не как раньше по ГОСТу, не как раньше на жесткой подвеске. Всего на обслуживании Югорского гаранта находится 109 дворовых территорий. Практически половина из них нуждается в модернизации. Все адреса, где требуется замена конструкций, специалистам известны. После распределения средств местного бюджета будет определен окончательный перечень детских площадок, где детвору порадуют новыми комплексами для игр. Татьяна Шакирова, Илья Мамонов, Югорск ТВ.